Шоссе 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Примерно в двух десятках российских регионов сейчас за дорожной обстановкой следят в том числе полицейские дроны. По данным «Автоньюз», они активно используются и в соседних с Кировской областью, Татарстане, Удмуртии и Пермском крае. В основном летательные аппараты помогают автоинспекторам наказывать водителей за выезд на встречку. Штраф за это, напомню, составляет 5000 рублей, если нарушение зафиксировано камерой. Если же непосредственно сотрудникам, то можно лишиться прав на срок до полугода. Трасса 101. Volkswagen снова поднял цены на автомобили. Самая доступная в России модель лифтбэк Polo подорожала в среднем на 30 тысяч. Теперь ее ценник перевалил за 1 миллион рублей. Полтинник с лишним накинули на Passat, 60-70 тысяч на Tiguan. Сейчас за них просят минимум почти 2 миллиона 700 тысяч и 2 миллиона 60 тысяч рублей соответственно. Трасса 101. А «АвтоВАЗ» в ближайшее время собирается прекратить выпуск пятидверной модификации «Нивы». Она встала на конвейер почти 30 лет назад. Сейчас минимальный ценник машины находится на уровне 750 тысяч рублей. Пятидверка пользуется, хотя и небольшим, но устойчивым спросом. Ее по традиции заказывают госструктуры, полиция, почта и другие. Трасса 101. Новые и подержанные электромобили иностранного производства с нового года могут резко подорожать. Правительство России собирается поднять утилизационный сбор для них в несколько раз. Так власти хотят подстегнуть отечественных разработчиков электрокаров. Их в настоящее время, мягко говоря, немного, а о серийном выпуске они говорят с большой осторожностью. Трасса 101. Счастье привалило. Жителю Новосибирска вернули угнанный у него 15 лет назад автомобиль. Ворованную Toyota Camry 2006 года выпуска автоинспекторы нашли в Иркутске. Подозрение у стражей порядка вызвал ВИН-номер иномарки. С ним явно поработали. Установить исходные данные, а по ним найти истинного владельца помогли завод-изготовитель и японские полицейские. Обретший заново свою ласточку, мужчина заметил, что машина находится в хорошем состоянии, правда, немного постарела. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.